Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы сможем прикоснуться к словам и историям Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале помолиться и пригласить Бога на эту встречу. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя за дар жизни, за то, что Ты подарил нам вечность через Иисуса Христа нашего Господа, за то, что Ты нам подарил еще один день и еще одну возможность свидетельствовать сегодня о Тебе, о Твоей любви, о том, как Ты внимателен к нам, даже грешным людям, о том, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них всегда. Благослови, пожалуйста, этот эфир. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил все, что будет здесь сказано, чтобы все было для славы Твоей и только Твоей. Потому что, Господи, Отец наш, только Ты достоин хвалы, славы и поклонения. Преклоняемся пред Тобой и еще раз приглашаем Тебя в наши сердца и в эту студию. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас написать внизу, здесь, под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона +1 916 827 85 40. Мы будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Верим, что и эта передача, и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостью сегодняшней передачи Анжелу Краковяк. Анжела, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Расскажите немножечко о себе, откуда вы родом? Родом я из Дальнего Востока, ага. Из Владивостока. Так, да-да-да, я припоминаю, с Дальнего Востока. Как давно вы здесь? А в Америке я уже почти 30 лет, через несколько месяцев. Да, так получается, вам вы здесь прожили больше, и получается, вы уже здесь, у вас здесь уже как родина, да? Ну да, 2/3 жизни уже будет, да, как я здесь, поэтому, да, можно сказать так. Анжела, ваша фамилия Олейник, девичья фамилия Олейник, так? Вот. То есть для зрителей наших, ваш папа Михаил Олейник, мама Лидия Олейник. Именно ваша мама на прошлой неделе, в пятницу, в прямом эфире была у нас в гостях. Да. А вы, выходит, та самая маленькая девочка, которая, так сказать, трамвай на скаку остановит и в дымящей избе выживет, да еще и без медикаментозного метода лечения и от воспаления легких. Конечно же, все это с Божьей помощью все это преодолеет. Вы та самая девочка, о которой рассказывала сестра Лидия. Вот я та самая. Также, дорогие друзья, вот на этой неделе получается продолжение наверняка той темы, которая была затронута в прошлом. Хотя не будем торопить события. Итак, расскажите, Анжела, вы, понятно, что родились в пасторской семье. Скажите, а кто вас учил молиться? Учили молиться оба, и мама, и папа. Угу. И мама рассказывает, что когда там, например, она даже бутылочку давала еще в детстве с молочком, то есть ага. Мне там было, может, 4 месяца, и она всегда молилась со мной перед тем, как давала бутылочку ага. мне, чтобы я пила.
И я как только видела бутылочку, сразу складывала ручки уже в таком раннем возрасте. С 4 месяцев мама приучала к молитве перед едой. Вот они сразу, да, то есть даже не то, что с 4 месяцев, а вот сколько мне там было, ну, когда они начали меня подкармливать там с бутылочки, вот так. Слушайте, ну это то, о чем вы не помните. Абсолютно. А вот помните какую-нибудь вот детскую, может быть, какую-то интересную молитву, может быть, вот что-то, какой-то вот детский опыт молитвенный? Мы всегда молились, как все мы, утром, вечером, угу. приучали нас так молиться, и без этого уже... Часть вашей жизни. Да, это часть жизни стала. Что я вот я помню очень, мне запомнилось однажды, когда мне было 9 лет, я была в 3 классе, угу. я помолилась с вечера и пошла спать. И ночью мне снится такой яркий-яркий сон, что с неба, то есть вот с облаков сверху, двигается машина скорой помощи, и там внутри угу. кто-то есть. И, по-моему, ага. если я не ошибаюсь, было две персоны. Кто-то там. Двое там да. были, да? Вот, и я утром проснулась, рассказала родителям об этом сне, и мой папа говорит, наверное, говорит, Бог тебе дает этот сон, потому что когда-то тебе нужно будет обратиться к нему, и он вот как угу. эта скорая помощь, как машина скорой помощи быстро едет обычно помогать, спасать людям, угу. так вот он поможет тебе, как только ты к нему обратишься. То есть скорая помощь там с облаков сразу придет, да? Вот прям придет, вот реально. Да? Вот молодец, да, папа какой, вот быстро и нашелся. И это, вы знаете... мне так осело в памяти, что я вот до сих пор это очень-очень ярко помню, и оно в жизни мне не раз пригодилось. Скорая помощь не раз оттуда да, к вам приезжала, да. да, получается? А тогда вы помолились вечером, вы не болели, вот просто обычный просто, день был, да? Да, это и не вот... было связано с болезнью. Ага, и вот Господь просто да. вот так вот показал, да. это на всю жизнь запомнилось, да? Да, это запомнилось, это как своего рода, как видение было какое-то, ну, так, через сон. Слушайте, вот детским языком, да, mm-hmm. Бог, вот в 9 лет ребенку, yeah. вот так, чтобы ему было понятно, yeah. ты не бойся, yeah. если что, ты знаешь, откуда скорую помощь звать, yeah. куда звонить, yeah. где это 911 небесное, yeah. да, yeah. это молитва, ой, слушайте, слава Богу, вот интересный yeah. опыт. Ну, а какой опыт вы приготовили на сегодняшний день? Как-то он связан с опытом мамы или нет? Ну... No. Конечно, можно его связать. Я думаю, когда мы послушаем опыт, то ну, будет... тогда каждый сделает вывод. Да, хорошо. Да, мы да. во внимании со зрителями. Что за опыт? Значит, жила я, не тужила, как можно сказать. Все шло своим чередом. И где-то, когда мне было 7 лет, у меня был такой интересный опыт, что я была у врача, и врач разговаривала с другой пациенткой, мамой одного мальчика, педиатра. Mm-hmm. То есть доктор был педиатр. И я услышала такую фразу, что она говорит, вот, там про кого-то рассказывала эта женщина, и говорит, мой сын никогда ни на что не жалуется. Здоровый тоже, только. Ну, то есть, вообще, да? то есть, какие бы у него там что там не было в жизни, то есть вообще никогда никаких проблем. То есть, вот у него будет проблема, но он никогда не будет жаловаться. Ну, это плохо. Ну, вот я себе это в голову взяла, что и я никогда не буду жаловаться. Что бы ни было со мной, я жаловаться не буду. И вот, вот с таким вот настроем я шла по жизни. И не жаловались. Или действительно все было хорошо? Вот папа, вы... мама заботилась. Действительно, мне казалось, что вообще беспечно все. Не то, что беспечно, а просто вообще сплошная идиллия. Все замечательно. Когда угу. я просматриваю назад, были ли какие-то на самом деле проблемы, то есть были какие-то позывные, например, у меня угу. там со здоровьем или какие-то симптомы, но для меня это не существовало. Не просто, замечали. Просто я не замечала, я просто внимание. Себе шла вперед, как говорится, вперед из песни и все. Да? Угу. И поэтому вот
не обращала, не придавала внимания на незначительные какие-то или даже значительные негативные вещи. Хорошо это или плохо, как вы говорите, это уже время, наверное, покажет, или показала, может быть. Но вот так вот такая установка была. Значит, раз Бог допустил, чтобы такое я услышала, и я вот себе это взяла так близко к сердцу, значит, должно было такое произойти почему-то. Потому что много что, когда у меня происходило в жизни, и меня от многого спасало то, что я держала в себе, то, что я не рассказывала. Ага. Ну так, с одной стороны, в общем-то, что-то спасало, да? Но с другой стороны, если какие-то есть симптомы заболевания, ну тут надо уже и пожаловаться, а девочке можно и поплакать даже маме там что-то. Можно, но не все, наверное, так настроены. Наверное, да, судя по тому, что вы сейчас рассказали. Да, вот, ну и, значит... Прошли юношеские годы, начались, значит, 20-е годы, ну, то есть, я имею в виду, когда 20 с чем-то лет было, да. Я жила самостоятельно, была очень-очень занята, постоянно в бегах, постоянно в круговороте вот этом всем. И я даже не поняла, как в один прекрасный момент такое ощущение, что все на меня обрушилось, букет разных заболеваний, то есть от ничего, или по крайней мере то, что я не замечала или не придавала значения, до всего. То есть я на тот момент еще не знала о причинно-следственной связи, я не знала о многих нюансах, я не имела книгу «Основы питания» Эллен Уайт, я не знала о том, что в этой книге написано, или в одной из книг ее трудов написано, что употребление кофеина является грехом. И поэтому я жила, в принципе, как молодежь живет, употребляла много кофейных напитков. Не то, чтобы мне кофе надо было, потому что мне и так энергии, слава богу, было достаточно. Я в детстве быстрее всех в классе бегала, дальше всех прыгала. Вот, поэтому вот я такая энергичная была по жизни. Энергичная, активная девочка, да? Да. Но в 20 чем-то лет что-то оборвалось, да? Но вот я начала очень много пить кофейных, вот таких, знаете, холодных кофейных напитков, просто потому что мне нравился вкус. И могла целый день ничего не кушать, приду вечером уже голодная, закину что-то, вот называется empty calories, то есть пустые калории, лишь бы вот что-то было. Ну, так оно продолжаться вечно не могло. И началось все в один прекрасный день с того, что у меня начались как колики, знаете, в окончаниях пальцев. Колики такие. Неметь стали, да? Да, неметь. Я вначале подумала, что, наверное, я холодный напиток держу, и, наверное, просто, знаете, совпадение такое. Ну, как-то уже и напиток получается, уже и не холодный, и это, а у меня как-то все оно не проходит. Ну, я думаю, хорошо, надо что-то... Не обращайте внимания дальше, да? Нет, я не могла не обратить внимания, потому что начало болеть сердце. То есть тут уже я не могла уже не обратить внимания, прям кололо. Ну, я думаю, что-то нужно об этом делать. Ну, я же понимаю, все равно, знаете, люди говорят о кофеине. Читай ты, не читай, но люди же говорят, кто-то говорит там, вот чрезмерное употребление кофеина вредно, кто-то говорит там, кто-то кофеин выпьет и спать сразу идет. Ну, в моем случае вот такой побочный эффект. И я перестала употреблять кофеин где-то, может, несколько недель. Потом я подумала, наверное, это совпадение, ну, мне же не хочется так, легче все, знаете. Стало, да, лучше да, стало. Да, легче стало. Ну, я подумала, наверное, надо же как-то потихоньку вернуться к этому. Ну, хочется, вкус мне нравится, знаете, нравится. Ну, это здесь-то любят такие всякие напитки. Я так понял, что это не на Дальнем Востоке и не на Кавказе. Это здесь, да. Вот, и получается, я попробовала. Через, может, недели две, и опять те же самые симптомы. Но я уже тогда тут, знаете, не до шуток. Я думаю, наверное, мне лучше это не употреблять.
Но все-таки же не хочется мне полностью все это сразу как это бросать, да? Но я думаю, наверное, чуть-чуть, надо брать декаф, декафенированный. Ну, начала брать декафенированный. Все равно что-то не то. Но думаю, наверное, что-то, ну что это может быть? Ну, пошла, значит, сделали мне тестирование, какой у меня сахар в крови. Оказалось 330. А у меня а норма до 110. А у вас повышенный это в три раза получается превышенный сахар. Так получается диабет сахарный уже? Ну вот что? Получается, что у меня сухость во рту, поджелудочная начинает болеть. Это все, я говорю, это одновременно. И получается повышенный сахар, то есть все признаки диабета. То есть вырисовался у меня диабет. И сердце, это как все взаимосвязано, колет, потому что все ж одно с другим работает взаимосвязано. Ну и получается, что ну, что-то ж надо предпринимать, оно же не может просто так быть. Ну, я начала отказываться от всяких кофеинированных напитков. От сладких, вначале, да? Да, вначале, ну, потому что вот в этом кофеинированном напитке, про который я говорю, там... есть такой whipping cream, белое такое, знаете, да, сверху, а там очень много сахара. Ну, там это сливки, они такие сливки. Да. Вот, и получается, полностью я исключаю это из своего рациона, и, ну, худо-бедно как-то немножко стало получше. Легче, да? А сахар как? Ну, вот я полностью отказалась от всех газированных напитков, от кофеинированных полностью, там, чая, кофе, всего. Ну, как-то понемножку начала нормализироваться, но еще помимо этого у меня и астматические начали приступы. Еще и астма. И еще и астма. Ну, говорят, надо там стараться для упражнения много ходить. Ну, я занялась ходьбой. Начала ходить много. У меня начало, даже до того, как я начала ходить, начало все как будто тело ломить. То есть вот я сейчас уже понимаю, назад смотря, что это просто нехваток кислорода было в организме. И от этого страдало и сердце, и легкие, и все прочее. Слушайте, действительно, как вы сказали, все обрушилось сразу. Да? Молодая сразу. Девушка, 20 с чем-то лет, и все сразу так обрушилось. Да. Только... Ну, что делать? Я иду, обращаюсь, естественно, к доктору, как любой другой человек бы сделал. Я прихожу к доктору, рассказываю симптомы, поделилась, рассказала. Говорю, может, вы мне что-то такое, посоветуете. Ну, знаете, как мы вот с наших стран, мы более так травяное, что-то такое натуральное. Ну, что-то естественное такое. А он мне говорит, а я тебе не травник. Американский доктор. Здесь так, да. Ну, хорошо, не травник. Ну, приписала мне какое-то лекарство и говорит, ты вначале попробуй вот, значит, такую дозу. То есть он мне дает лекарство как пробу для меня. Ага, какую-то дозу вот попробовать, вот, пойдет, не пойдет. Дозу, если не пойдет, дает много их, много, потому что он мне говорит так, начнешь с полтаблетки, а закончишь 12, употреблением 12 в день. Ну да, как-то, серьезно? Да, немного так думаешь. Я с таким не сталкивался. Ну вот, я столкнулась. Слава Богу. Ну, я думаю, окей, ну, так, доктор приписал, но он говорит, он не травник, но буду следовать там, почему фармацевтия у него находится, чего из фармацевтики буду следовать, это у меня. Ну, а почему он мне приписал? Потому что у меня, помимо всего, видимо, когда нехватка была кислорода в организме, начались еще пульсации вот в руке, пульсация, знаете, и прямо вот я сижу, и я вижу, и чувствуете, так пульсирует. Да, как пульсируется, чувствуете это. И мне уже так это как-то все надоело, что оно вот, знаете, как ты не можешь это контролировать никак, и все. Я думаю, ну вот он, таблетка поможет, хорошо. И я взяла, как-то приняла. Вскоре после того, как он мне дал это, приняла эти полтаблетки. Что вы думаете, эти вот полтаблетки держали меня где-то 2 или 3 дня? В каком смысле слова? То есть, помогли, оно меня сковало. То есть, вот я чувствую, что как будто хочет вот там пульсация, да, вот где-то что-то, вот как я привыкла. Оно как бы сдерживает,
и наружу не выходит, но внутри как будто остается. Uh-huh, uh-huh. То есть странное очень чувство. Ну, я так думаю, ну что ж, а мы, можно сказать, если сравнивать нынешний век и тогда, то это как первобытность интернета. Это вот эти дайлапы, когда звонишь, знаете, и там не можешь дозвониться, к примеру, потому что кто-то на линии интернета находится и так далее. Вот, то есть это не то, что сейчас открыл и посмотрел, что ж мне за лекарство там выписали. Ну, да, да, там да. Я этим себе это через дайлап этот интернет подключаю, там ввожу название этих таблеток. Эти таблетки, оказывается, были выписаны или в основном применяются для людей эпилептиков. Mm-hmm. У меня, слава богу, никогда никакого эпизода эпилепсии не было. Я подумала, если полтаблетки меня держит 2 или 3 дня, то если бы я такая была послушная пациентка и начала бы постепенно увеличивать дозу до 12, то, ну, что бы вообще со мной было. То есть, понимаете, получается, вначале они дают тебе это все попробовать, а потом ты к этому уже привыкаешь, без этого не можешь, потом ты уже через страховку или со своего кармана. Ну да, ну это особая тема, там другая, вот. Но вот смотрите, ну вам-то стало легче, вы можете сказать, что вам легче стало? Я не могу сказать, что мне стало легче, мне просто стало, что-то со мной произошло, что я была как сама не своя. Но симптомы как бы ушли, но что-то симптомы вот, ушли, но что внутри вот внутри что-то бурлило. Угу. Я такая думаю, ну что-то тут не то. Наверное, я лучше мне эти таблетки не употреблять. И я прямо вот пошла и выкинула все эти таблетки. Я помолилась Господу и сказала: Господи, будь моим врачом, я доверяюсь тебе. Веди меня, подсказывай мне, что нужно делать, потому что я уже попробовала сходить к традиционным врачам. Ну, получается, что мне ничем особо не помогли, а наоборот, я могла бы подсесть на какие-то таблетки. Поэтому я решила, что лучше мне вот с Богом иметь напрямую связь, чтобы Он мне подсказывал, что нужно делать. И я, как в Бытие написано, да, вот дал траву, сеющую семя, вот растительные. И я думаю, у меня была книга по сокотерапии, я очень начала много соков употреблять, очень занялась вот именно непосредственно ходьбой, вот все, чтобы... То есть по здоровому образу жизни. Голоданием, да, знаете. И что вы думаете, в течение где-то, может быть, 2-3 месяцев я полностью была здоровая. Я благодарила Бога, радовалась, ну, с Богом хорошие отношения, я же молюсь. Бог вот ответил все, на молитву, да, вот да? Бог пускай дал мне через что. Сок, там, соколечение, да, там, голодание, вот, там вот получается, вот, вот он результат. И что вы думаете, вот я бы должна, да, как человек, которому Бог ответил на молитву, я бы должна теперь подумать, ну, слава Богу, надо в том же духе. И... скажем, следить, до тех пор следить за своим телом, да? Следить и делать все, что нужно от себя, все, что нужно и от себя зависящее, для того, чтобы, скажем, идти дальше и двигаться в том же направлении, потому что я вижу результаты налицо. И что? Но это не то, что произошло. Я подумала о себе в своем сознании. Понимаете, ум не перенастроился до конца. Я подумала, что раз вот, ну другие что и пьют там вот эти кофейные напитки, все-таки я от них отказалась, но в уме-то они моем еще были, понимаете? Вот другие там делают то и то, ну как бы, а чё ж мне нельзя, да? А тем более у меня уже палочка-выручалочка есть. Да. Я знаю теперь голодание, соколечение и физическая вот, культура. Вот это точно то, что я подумала. Я подумала, ну, если что-то со мной уж случится впредь, я уже знаю, что мне делать. Понимаете? Возлагаешь надежды на себя, когда тогда начинаются проблемы.
Ну, я это не делала сознательно. Это не то, что вот Бог понятно, говорит, да. Знаете, делай вот это, а я, нет, я буду себе по-своему. Просто я не понимала до конца, что все-таки вот Бог призывал меня к тому, что если я уже стала на ту стезю, я должна продолжать идти в том же духе. Ну, и началось, опять же, вот я злоупотреблять, если можно так сказать, там. Одно начало. Кофейные напитки я уже не употребляла. Ну, я другие вещи, от которых я отказалась, свободны, да? Да, вот, я начала опять употреблять. Угу. Не сразу. Прошло еще какое-то время, может быть, даже пару лет. Угу. Да, прошло пару лет. И опять на меня обрушивается шквал всех проблем. Вот то же самое получается. Диабета уже не было, потому что, слава богу, вот я уже как-то отказалась от сладкого и от кофеинированного, а вот астма и другие все-таки проблемы все-таки как бы у меня продолжали быть. Не то, что продолжали быть, а вот снова опять вернулись через несколько лет. И я понимаю, что, ну, раз я тогда что-то предпринимала, и мне стало легче, значит, вот этот период времени, я опять что-то делала не так, что мне стало хуже, но я проанализировала, теперь я уже начала понимать причинно-следственную связь. Пока ты через это не пройдешь, ты не поймешь. Вот, ну, я начала постепенно там отказываться опять от одного, от другого, от третьего. Ну, и вроде там, знаете, отказалась от мяса. Стало легче, да, отказалась там еще от чего-то, стало еще там, например, легче. Но вот чтобы дойти до такого состояния, что вот прям мне опять хорошо, нет. И проходит не месяц, не два и не три, как в прошлый раз, а проходят уже годы, а мне легче не становится вот так, чтобы оно стабилизировалось. То есть вы занимаетесь собой? Я занимаюсь постоянно. Мне легче, но не до такой степени, что я могу сказать... Я здорова, я здорова, вот как было это тогда. И я не могу понять, в чем дело. Я чем больше вот стараюсь, что-то делаю со своей стороны, тем больше получается, мой вес снижается. Вот, например, я сейчас такой вес имею, который у меня уже на протяжении почти 30 лет, да, вот я такого веса сейчас. А тогда у меня снизился вес еще на 30 паундов, это почти 15 килограмм. И все, что я не делала, то есть не на пользу мне получается шло, ну оно шло-то на пользу, но вот в целом оно никак, то есть вот если утром я себя хорошо чувствую, к вечеру обязательно буду плохо чувствовать, если вечером я себя нормально чувствую, к утрам обязательно, то есть стабильности нету. Вот что хочешь, то и думай, то что хочешь, то и делай. И я так устала от этого всего, вы себе не представляете. Ну вы же молились, да? Молилась, чтобы Господь все и Бог делала все со своей стороны. Но я устала. И я пошла к одному очень известному специалисту на то время здесь, в Сакраменто. Меня несколько людей с разных районов порекомендовали его. То есть они не знали друг друга, но как-то вот он был знаменитый. Именно по дыхательным путям я пришла в его офис, они начали измерять мое давление, объем легких, объем воздуха и кислорода, содержимого в легких, в альвеолах легких. И они 5 раз подряд проверяют меня. Я говорю, а почему вы 5 раз подряд делаете? А они говорят, потому что у тебя показатель всего 60% кислорода показывает в организме. Ты не можешь жить. Ты с таким показателем не живут. 90% и люди умирают. Так вы дышите, получается, а альвеолы вот не передают кислород в организм? Я даже чувствовала, как в тот момент... Бывало порой, что вот как одно легкое как закрывается. Это надо просто почувствовать, чтобы это понять. И я понимала, что только сверхъестественное берет верх в то время. И когда люди меня спрашивали, как мы, они перепроверяли 5 раз подряд, потому что они не могли поверить, что вы живете. Что, ну, в принципе, как такое возможно вообще? Ничего, это несовместимо с жизнью.
Значит, у меня давление 80/40. Это очень 40. Низкое давление. Слушайте, это, ну, это реально, я слышал, что это. Да, это и вот давление. Такое состояние. Я говорю, да, говорю, это supernatural, говорю, это сверхъестественное вмешательство. Это, говорю, Бог. Это, говорит, Бог Духом жизнь. Святым. То есть люди, независимо от того, не верили в Бога или не верили, они меня спрашивают, я им отвечаю, потому что это действительно было Вау. Так. Да. Вот, очень и серьезно. Наконец-таки, когда вот я пошла к этому специалисту, меня проверили, я уже, знаете, уже была на грани, я думаю, ну, тогда мне не помогло, может, с тем лекарством, да, вот что приписали тот доктор первый. Думаю, ну, этот же специалист, к этому все обращаются, думаю, может, этот, он что-то такое этот мне точно серьезно. Должен помочь. Ну, и они мне дают, называется, значит, такой дыхательный препарат, и ты дышишь минут 15, это стероиды, ну, состоит из стероида, вот, и, значит, ты дышишь этим, и оно как бы получается, вот стероид искусственным путем открывает альвеолы легких, чтобы ты мог дышать. И действительно, оно мне помогло. Весь тот день, хотя из-за того, что я лекарства не принимала разного рода уже на протяжении нескольких лет, у меня организм, видимо, очистился, а из-за того, что лекарство попало, знаете, оно немножко тебя таким делает, как бы немножко как, ну, нервозным, вот что-то в этом роде. Но действительно помогло. Дышать легче стало, помогло. Да? Я себе думаю, да что же я раньше не обратилась. Ну так, да. Ну да, чисто по-человечески, как все мы. Ну да. На следующее утро я просыпаюсь, сносился эффект. И мне хуже, как никогда. Мне просто невероятно плохо. У меня получается, ну вот как мы все, да, вот мы видим, смотрим направо, налево, мы видим мир вот как бы полноценно. В тот момент вот оно искусственно открылось, и оно дало, видимо, очень сильный на сердце какой-то, получается, вот, какой-то удар нанесло или что-то в этом роде, что получается, я смотрю вот так вокруг, и я не вижу полноценно вот картины, как, а вот как будто вот, знаете, как кинокадры, вот когда они сужаются, вот я вижу мир вот только вот вокруг, вот так вот, куда то есть я боковое повернусь. Боковое зрение исчезло, нету бокового зрения, получается. Бокового, так, нету, да? Что бокового, и ты и вверх как будто не видишь, и это вот только вот узенький какой-то вот такой вот, так оно ощущалось мне. Ну, я думаю, ну что-то странно вообще, да. Пошла себе помогать, оказалось еще хуже, ну что делать. Это было четверг, это когда я этот treatment имела, когда я получила для лекарства. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Мне лучше не становится. Лучше вообще никак не становится. И во вторник утром я просыпаюсь, и я думаю, если я что-то сейчас не предприму, я просто здесь умру. Но я молюсь. Ну, я со своей стороны уже все сделала. И одно лечение, и второе, ну... Ничего не помогает. И сил нету, да? И сил нету. И вот я вот в таком вот состоянии решаю съехать в Сан-Франциско, потому что в Сан-Франциско по статистике 3 раза меньше людей, болеющих астматическими заболеваниями. А, да, я слышал, да. Вот. Ну, с океаном связано, да? Да, там йодом насыщенный воздух. Я, получается, думаю, поеду я туда, терять нечего. Хотя не знаю, как я туда доехала, только Бог вечности откроет, как я там со своим видением вот, вот этой узкой полосы. Ну, приехала я туда, пробыла я там целый день, естественно, мне помогло. Легче стало, да? Мне стало легче. Ну, а вечером-то возвращаться надо. Ну да, там надо или жить, да. Да, или жить, или перебираться, ну. И... У меня есть очень хорошая приятельница, которая всегда поддерживала со мной связь, всегда спрашивала про здоровье, потому что она знала, через что я прохожу. И она мне всегда говорила, у нас, говорит, есть домик в Лейк Таха, это озеро Таха, тут неподалеку, да. И когда-то ее дочка, когда ей было, то ли пару лет, то ли что-то, ну, в общем, маленькая была, а ее дочка, приблизительно моя ровесница,
сейчас. И говорит, когда моя дочка была маленькая, то ей, она очень страдала астмой, и у них, хотя они не адвентисты, у них был педиатр-адвентист. И он сказал, нужно вам поехать вот... Как раз озеро Тага порекомендовала. Там сосны, да, вот этот воздух, все. Говорит, езжайте туда. И она взяла и поехала. И была там с ней 4 месяца. И действительно, девочка реабилитировалась. Ей, да? Ну, и она мне всегда предлагала, если тебе надо. И вот мы с ней поговорили. Она говорит, езжай туда и будь столько, сколько тебе нужно. Поехала я туда. Ну, слава богу, видите, так. И что не, там? Не океан, так Lake Tahoe. Поехала я туда и пробыла я там 10 дней. 9 дней из этих 10 в полном одиночестве. Только Бог и я. Ой, хорошие условия, слушайте. Для выздоровления. Хорошие условия, да. И я говорила Господу, я... Не знаю, что мне делать дальше. Я все испробовала. Я все старалась. Я не знаю, в чем причина. И молилась, разговаривала с Богом. И как-то вот я так ухватилась за Бога еще раз. Потому что, что произошло между первым и вторым разом, когда я заболела, из-за того, что я понадеялась на себя, вот что я думала, ну я теперь знаю, там могу поголодать, могу это. Получается, да, я на Бога надеялась, но я со своей стороны стала делать не то, что Бог от меня хотел, чему Он меня уже научил или пытался научить первый раз. Поэтому, когда второй раз эта ситуация произошла, то в нашей жизни, вы, наверное, замечали это в своей тоже, что... Если мы какой-то урок уже нам преподнесен, то идентично, точь-в-точь он не повторится. Бог будет с другой стороны пытаться научить. Но то, что работало до этого, оно уже не будет работать. В моем случае это так было. И когда я уже думала, я теперь знаю, как из этого выйти, то получается своего рода, как будто бы вот Бог где-то в стороне, а я знаю. То есть я все равно... Молилась Богу, я общалась с Ним, но я вот больше как бы надеялась на то, что я делаю, чем на то, что Он может сделать, на Его силу, понимаете? Я этого не понимала. Ну а там в лесу, в Lake Tahoe, вы тогда вот что-то особенное произошло? Что-то особенное жизни, да, произошло. Вот как-то я доверилась Богу, наверное, еще раз переосмыслила, было время, да, вот достаточно. Что все, что дается, вот внешне, оно должно быть с Богом. Да. Тогда будет сила. Вот как-то тогда вот будет исцеление. Как-то... Вот это, да? Но я еще до конца все равно все не поняла. Я поняла какую-то, может быть, часть, но не до конца еще. Но это было достаточно для того, чтобы когда я возвращалась с Lake Tahoe в Сакраменто, я, знаете, как у меня уже такое предчувствие всегда было, вот в Тахо мне вроде нормально, или в Сан-Франциско возвращаюсь из Сакраменто, о, опять. Дышать нечем, да? Ну, вот в таком. Но там-то плане. Вам легче стало за 10 да, дней? Да, мне стало легче. И получается, и я уже в таком чуть ли не предчувствии, что может быть сейчас опять что-то будет, вот, ну, в таком. То есть какой-то страх был? Был уже страх, потому что это неоднократно было, что я и в Сан-Франциско ездила, и в Тахо ездила, и потом я видела, как я там себя чувствую, как я тут себя чувствую. Но на сей раз... Произошло чудо. Я себя нормально, совершенно чувствовала. И день, и второй, и третий, и десятый, и месяц, и два. И это произошло полгода до нашей свадьбы с супругом. И обычно невесты худеют, знаете, на свадьбу. А мне нужно было, ну, я хотела куда поправиться. Вам худеть, если вы... То есть я мечтала, чтобы поправиться. Мы даже, одна из причин, мой муж на годовщину, когда мы встречались, ну, мой парень тогда, когда сделал мне предложение, мы еще 2,5 года после того, то есть мы обручены были 2,5 года, и одна из причин, была одна из причин, другая тоже была причина, но одна из причин, потому что я не хотела быть обузой для кого-то, я хотела получить выздоровление, то есть я не знала как,
Поэтому я почувствовал, вы когда рассказывали вот сейчас вот про Таха, как вы молились, я почувствовал, вы вот рассказываете, а меня аж вот сжалось сердце, вот, вот эта вот боль. Угу. Вот что, ну что я могу сделать, что? Угу. А ведь, оказывается, вы уже и обручены были, да. И все, вы ждете, Господи, да. Я не могу уже ничего, да. Врачи ничего не могут. Угу. Ну что-то сделай, Господи. Да. Да. И вот получается, вот месяц-два, все хорошо, стабилизирую, я начинаю поправляться, знаете, набираю вес, ну это прям чудо было. У нас тем летом были пожары в Сакраменто, и мне звонят и говорят, как ты, зная, какое у меня состояние, да. Говорю, тебе надо отсюда уезжать куда-то, да? Говорят, люди госпитализированы направо, налево, потому что, ну... У кого проблемы с дыхательными. Да, у кого проблемы, да, с дыхательными, у кого чувствительность к этому. Я говорю, у меня, слава Богу, вообще ничего. Слава никакого. Богу. Вот чтобы вы знали, что с чем сравнить, перед тем, как я вот тогда в Сан-Франциско поехала, насколько у меня усугубленное состояние было, что я уже не могла даже на улицу выходить, дышать каким-то воздухом с растением. У меня аллергия на все. Сразу аллергия на все. Духи, если кто-то там, не знаю, вблизи, может быть, в 100 метров от меня, у меня уже чувствительность на это. Мои бедные девочки, с которыми я жила тогда, мои roommates, соседки по комнатам, они, бедные, должны были в гараж выходить, если шли куда-то, чтобы там, знаете, на себя нанести. В общем-то, у кого проблемы с дыханием, вот, астма, все, это же все это... Побочные сразу же идёт. Было у нас растение в доме, и вот эта земля уже начала, вот у меня уже как бы чувствительность к этой земле развилась, то есть вот на все буквально. А это ничего, ничего. И даже пожары и все. Ни пожары, ни дым, все, абсолютно. Ну исцеление. Можно сказать, аллилуйя, спасибо, я Господи. Я ж всем хожу, рассказываю, да. Представляете, я в Таха поехала, ну ездила раньше в Таха, ну это длительный период все-таки в сравнении, ну раньше было на выходные, там, думаю, ну вообще чудеса, ну естественно, говорю, Бог исцелил, там все, да. Но я еще не понимала, Бог еще хотел чему-то еще меня научить, видимо. Я слышу, но это еще не конец, я так понимаю, да? Опять что-то впереди. Проходит 4 месяца после того, как я получила исцеление с помощью Бога. И еду я в Таха опять. На то же самое место, где я была. В той же самой местности, в том же самом месте, домике. И я вот нахожусь в этом домике, или захожу в этот домик, и вот это все окружение, местность. И я себе думаю, ну вот, я сейчас, 4 месяца спустя, нахожусь на том месте, где Бог меня исцелил. И как только я думаю эту самую мысль, вдруг все во мне внутри, кромешная тьма. Да вы что? Вот как будто я падаю куда-то. От мысли, от этой? Вот от этой мысли. Я так, что происходит? Вот еще, знаете, вот такое состояние, вот как я говорила, что все суживается, еще и похуже. Просто как будто вот вообще все отнимается, и ты куда-то вот летишь в дно, какую-то пропасть. И это не в Сакраменто, а это в Лейк-Таха, там, где я получилась. И главное, вы же ничего не говорили, что я исцелилась. Нет. Просто нет. Вот это место. И что дальше? И я понимаю. Вот это, знаете, вот... Говорят, когда вот у людей бывает такое, вот мы слышим, что люди говорят там, ой, я должен был на самолете разбиться или что-то, что у меня вся жизнь промелькнула перед глазами. Вот у меня в тот момент, когда я подумала, вот так подумала, а потом со мной это произошло, у меня как бы вот как молнией был ответ такой, что это не Таха, и это не местность, и не место, это Бог я. Исцелил. Бог это сказал. Бог исцелил. Да, это вспомогательные все моменты, которые Бог использовал. Но это, в конечном счете, это я тебе дал исцеление. Я сказала, я поняла, ну, на уровне мысли. Я сказала, Господи, я тебя поняла. И сразу все вернулось на места свои, как вот я себя нормально стала чувствовать. А, так это было какой-то период, такой вот был. Эпизод такой, да. Раз. И какой-то, да. и вот это, мгновение. Но это же была молитва, по сути. Да, это была молитва. И вот я тогда, в тот самый момент, как никогда раньше, наверное, ни до, ни после, возможно,
ну, после я осознаю, но я имею в виду, вот когда ты через что-то такое проходишь, до и точно у меня такого не было, насколько Бог на уровне мысли слышит нас. Наши мысли, я же не озвучивала это никому. Ну, да. Это я просто подумала. И я поняла, насколько Бог близко, насколько Бог рядом. Вот Он, вот эта скорая помощь, которая когда-то мне приснилась, и Бог знал, как Он мне нужен будет. И вот Он рядом при скорости мысли. Он каждую нашу мысль знает, Он читает. И он тут же отвечает. И он тут же, так только я поняла, в чем суть, сразу же все нормализовалось. И я себе подумала, вот это чудо. И вы однозначно, вот в тот момент вы однозначно понимаете, что да, нужно заниматься, нужно следить за своим здоровьем. Или таха – это хорошо, и океан – это тоже очень хорошо. Но исцеление, которое было дано, Бог – и держит нашу жизнь и наше здоровье только Бог, используя что-то. И вот в этот момент вы это все осознали. Вот это когда было? Как давно это было? Больше 15 лет назад. Так, вот за это время что-то. Вот что интересно. Слава Богу, все по большому счету было хорошо. Но был у меня один эпизод. После этого, полтора года спустя, который меня тоже чему-то научил. Бог меня учит своими путями. Он всех учит. Вот. У меня как-то это ярко выражено. Меня попросили, тут у нас был один брат в церкви, Петр Бегас. Это было 80 с чем-то лет человеку было. И он, бедный, поломал бедро и оказался в больнице. Вы знаете, в таком возрасте, когда люди ломают бедра, это немного это сложно реабилитироваться. И он не кушать не хотел, ничего. И его дочери, так как они жили за пределами Сакрамента, они попросили, чтобы, если кто-то найдется, чтобы помочь... Присмотреть за ним, да? Он в госпитале находился, просто чтобы приходить его кормить. И я откликнулась на это. Вот, они мне за это компенсировали. Я ходила туда и помогала этому дедушке. И однажды, в воскресенье утром, я кормлю этого дедушку. И я чувствую, потому что бывало такое, знаете, что что-то вот как-то немножко, как какие-то позывные вот, астматической реакции какой-то. Я сразу молилась, и все проходило. И тут у меня какой-то вот такой позывной, что вот как-то... немножко трудновато дышать. Я так думаю, не буду молиться. Ну, не то, что не хочу молиться. Помолюсь, ну, вот это просто подумала, ну, я же через это проходила, но как бы, ну, не, ну, ну, что, вот при каждой, вот каждой ситуации, вот сразу вот, Бога ну, вот, знаете, как бы вот. Ой, Боже, да, и что вы думаете, случилось со мной? Я рухнула на пол, прямо в той больнице. Я потеряла сознание. Да, вы что? Да. Я, ну, прихожу в себя, возле но меня до там этого уже... не было такого, чтобы сознание никак, теряли. Ну, вот за этот вот весь период было, времени никогда не было. Ну, и даже когда я болела, вот эти все, когда мне 20 с чем-то было, ну, я говорю, что, да, то есть никогда ничего у меня не было. А вот в тот период времени, и тут получается вот такая ситуация, я прихожу в себя, надо мной там медсестра, помощница медсестры, все там что-то меня пытаются в чувство приводить, вот. И что интересно, вот эта дедушка, которая мне помогала, он бывало, что не помнил уже много чего. Вот что касается молитвы, он всегда помнил про Бога. Но когда я вернулась после обеда в тот день, он мне рассказывает, говорит, ты упала. Он запомнил он это. Он это запомнил. Вот, я говорю, а как это произошло? Он говорит, ты стояла и так, то есть на глазах. Ну, представляете, я пришла человеку помогать, и сама на глазах у него улетаю куда-то, получится. А он же не на английском не говорил, чтобы даже позвать. Не знаю, как там все потом очутились, потому что, ну, ты же не знаешь, сколько времени прошло. Когда, вот, и я поняла в очередной раз, еще один урок, что мало того, что нужно
полагаться на Бога. Мало того, что со своей стороны нужно все делать, это как две реалии, соединенные да. вместе, пока я это не поняла, уже второй раз это просвета у меня не было. Угу. Но нужно еще быть постоянно на связи с Богом, постоянно. Не думать да. себе, ну, раз у меня уже такое было, я исцелен, ура. То, значит, у меня уже ничего не может быть. И из этого всего я сделала такой очень такой большой вывод, если можно так сказать. Есть в Америке такое выражение: you are what you eat. То есть ты являешься тем, чем ты питаешься. Это такое mm-hmm. распространенное выражение. Я немножко его развила, и у меня оно получилось так, что ты являешься тем, чем ты питаешься, что ты пьешь, то есть это что непосредственно внутрь нашего организма, угу. чем мы питаемся. Ты являешься тем, что ты думаешь, ты являешься тем, что ты слушаешь, ты являешься тем, что ты смотришь, ты являешься тем, чем ты дышишь, ты являешься тем, что ты говоришь, и ты являешься тем, что ты делаешь, то есть тем компонентом, вот полнота. Да. И когда я, увидев вот это все на своем опыте, стала применять, я потом полностью, после того, как получила исцеление, угу. я поменяла полностью свой стиль жизни, я веду веганский образ жизни, то есть растительным угу. питанием питаюсь вот на протяжении, вот уже скоро будет 15 лет, и с Божьей помощью и, скажем, постоянное усилие нужно для того, чтобы, ну, имеется в виду, что делать со своей стороны все угу. необходимое, но опять же я сделала вывод большой для себя, что я никогда не зарекаюсь или не говорю, что я там какой-то формулу вывела, эликсир молодости, mm-hmm. или еще что-то в этом роде. Потому что мы знаем людей, которые болеют, или которые ведутся, ну, насколько возможно, совершенный образ жизни, и то они могут заболеть и так далее. Вот. И поэтому, сколько каждому отведено, сколько Бог мне пошлет в жизни лет, главное, я поняла одно, чтобы вот эти годы, которые Бог дает, угу. делать все во Его славу и применять все из того, что Он, чему Он меня научил в моей жизни, и делать это как бы последовательно до конца своих дней. Постоянно с Ним да. и за Него. Да. Да, спасибо большое, Анжела. Такой опыт... Многогранный такой опыт и очень много уроков. Спасибо большое. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, а вам не кажется, что молитвенный опыт нашей гости ценен не только в вопросах исцеления? Позволю себе привести параллель с некоторыми библейскими историями. Вспомните, как Бог помогал Гедеону выбрать себе воинов для сражения с мадианитянами и амаликитянами. Сначала он говорит: «Отпусти всех боязливых». Осталось только 10 тысяч. Но Бог сказал, чтобы Гедеон взял с собой только тех, кто на водопое, так сказать, зачерпывал воду в ладони и лакал. Ну, как написано, ну, как собака лакает, быстро так. А тех, кто становился на колени и пил воду, отправил он домой. Скажите, а что особенного в тех людях, кто, так сказал, лакал эту воду, то есть пил с руки? Некоторые проповедники приписывают этим людям какие-то там особенные качества, но я уверен, их особенность в том, что их было всего лишь 300 человек. Если бы тех, кто пил воду, стоя на коленях, было меньше, то Бог выбрал бы их. Почему? Ну, правильнее, наверное, для чего? А для того, чтобы Гедеон и весь народ, первое, со своей стороны делал все возможное, а второе, полагался не на воинов и вооружение, а на силу Господа Саваофа.
чтобы они на опыте пережили силу слов Бога, которые записаны в книге Захарии, 4 глава, 6 стих. Вам всем наверняка хорошо известен этот стих. «Не воинской силой и не человеческой мощью, но духом моим, говорит Господь воинств». Вы заметили, что падение благочестивых царей происходило после того, как они почувствовали силу и уверенность в том, что контролируют все. Но вернемся к опытам исцеления. Давайте вспомним некоторые библейские опыты исцеления, в которых были задействованы что-то или кто-то. И ответим на вопрос, что было особенного в том пласте смоков, который приложили к нарывам царя Езекии? Вспомните, он был исцелен от смертельной болезни. Что особенного было в этих смоквах? Или что было особенного в воде реки Иордан, когда Нейман, окунувшись, избавился от проказы? А что было особенного в той грязи, которую Иисус сделал из слюны и пыли на дороге? А ведь таким образом было дано зрение слепорожденному. Ответ очевиден, друзья. Ничего особенного в этих вещах не было. Вот в тех лекарствах, которые нам выписывают врачи, гораздо больше полезного. Конечно, если врач не ошибся с диагнозом и с назначением лечения, вот там гораздо больше полезного. Слушайте, так может быть в этом и наша проблема? Поясню. Сегодня в обед у меня очень сильно разболелась голова. Я выпил таблетку, которая мне всегда помогает. Но перед тем, как выпить таблетку, я помолился и попросил у Бога исцеления через эту таблетку. По Его воле, конечно. И вы думаете, я всегда так делаю? Увы. Чаще всего нам, грешным людям, получается со своей стороны сделать все возможное, а главное, силу Духа Божьего как-то у нас получается не задействованной. Она какая-то как-то бы в стороне стоит. Как часто мы не только в вопросах исцеления полагаемся на опыт, знание и силу. Бог при этом теряется из виду, как-то и остается в сторонке. Но мы ведь любим Бога и знаем, что успех во всем дается не воинством и не силою, а Духом Его. Почему же в мелочах мы иногда теряем Бога из вида? Может быть, это отсутствие привычки даже в мелочах советоваться с Ним? А может быть, еще в том, что мы мало об этой проблеме молимся? А вы сами что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале программы. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим в наши молитвенные группы и будем о них молиться и покажем в следующем выпуске. А сейчас я хочу попросить нашу гостью, пожалуйста, Анжела, помолитесь о тех всех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И помолитесь, пожалуйста, ну, о нас, христианах, которые любим Бога, которые понимаем, что мы все не воинством и не силой можем одерживать победы. Ну вот как-то не во всем и не всегда мы как-то за руку Божию держимся. Он-то нас держит, а мы как-то не всегда. Помолитесь о нас. Так хочется, чтобы вот тот опыт, который вы пережили в своей жизни, тяжелый, длительный опыт, чтобы он помог нам, без, ну, не переживая этого, чтобы мы как-то держались за него, чтобы мы внимательны были к его голосу, чтобы мы слышали, что Бог желает в нас изменить. И чтобы мы полагались, конечно же, с своей стороны все делали, но полагались не на то, что мы сделали, а только на Его силу. Помолитесь о нас. Хорошо? Конечно.
Отец наш Небесный, слава и благодарность Тебе за эту возможность, что мы можем делиться опытами, которыми Ты нам послал в нашей жизни. И Ты, Господи, нам даруешь это для того, чтобы мы могли извлечь какие-то уроки, и для того, чтобы мы могли, все, кто живем на этой земле, делиться один с другим, потому что мы все ходим перед Тобой, и Ты над нами, наш любящий Небесный Отец. Слава и благодарность Тебе за все, как Ты ведешь, и за все пути, через которые Ты проводишь нас в нашей жизни. Хотя трудно, когда мы проходим через что-то такое, но тем не менее Ты помогаешь нам с Твоей помощью идти дальше и бороться и еще раз бороться. А благослови Ты все эти просьбы, которые пришли на передачу. Подкрепи и поддержи Ты каждого человека, кто просит о себе, о своем выздоровлении, о людях, которые близкие к ним, о разных ситуациях, которые могут происходить, о всех переживаниях и бедствиях, о войнах, о всем, что происходит, Господи, все в Твоих руках, и Ты все имеешь под контролем, и помоги, чтобы все люди и каждый человек, проходя через что бы он ни проходил, мог научиться полагаться на Тебя и только на Тебя. Благослови Ты каждого из нас, всех нас, христиан, всех людей, которые исповедуют имя Твое. Помоги нам, чтобы мы были с Тобой самыми лучшими друзьями, чтобы Ты был нашим лучшим другом, потому что Ты со своей стороны стремишься быть лучшим другом каждого из нас, но мы зачастую делаем что-то либо по-своему, либо на свой лад, либо чего-то не понимаем, недопонимаем, сознательно или несознательно. Помоги, чтобы мы полностью могли доверять Тебе, как Ты хочешь этого. Помоги, чтобы мы имели замечательные и прекрасные отношения с Тобой, чтобы мы могли по вещам большим и малым обращаться к Тебе, потому что Ты хочешь этого от нас. Ты говоришь: обратитесь ко мне, я услышу вас. Поэтому благослови Ты каждого человека, который слушает эту передачу, людей, которые проходят своими путями через то, через что они проходят, всех нас здесь находящихся. Помоги, чтобы каждое сердце могло быть откликнуто на Твой призыв любить Тебя от всего сердца, служить Тебе и делать все возможное для того, чтобы еще большим людям рассказать о Тебе, о Твоей благости, о Твоей милости, о том, что Ты желаешь для каждого из нас, делиться своими опытами, и чтобы это могло сплотить нас, людей, живущих на этой земле. Слава и благодарность Тебе, любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Большое спасибо, Анжела, за этот опыт. Вообще просто потрясающий опыт. За молитву большое спасибо. Слава. Пусть Бог благословит вас, вашу семью, ваших родных, всех, кого вы любите. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарю Бога за время, которое мы могли провести с Ним. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, в нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит, хранит вас, и пусть Господь всегда будет близок к вам.